Мне кажется, ему недолго осталось. Это будет очень крупная добыча. Что? Что? Я убил! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Ark Survival Ascend. Я решил поиграть в этот раз, потому что я никогда так не делал, и сейчас подумал, почему бы и нет. Почему бы не поиграть на PvE-сервере? Потому что, ну, мы знаем, чем будет заканчиваться каждый выпуск на PvP. Постоянными кустами, потому что я не играю в игру так часто, как требуется. Поэтому я хочу просто поиграть с динозавриками и с другими людьми, посмотреть, кто как развивается, и самому поразвиваться немножечко. С таким своего рода фермером с динозаврами стать, если получится, если будет на то интерес. Пока что просто играем тем же самым шипоштыком, но он уже более гладкий стал. Раньше он был более шипастый. Ну, в общем, вот такой вот у нас шипоштык. Самый настоящий динозаврик, кстати говоря. Я ради прикола решил сделать Power дрища, посмотреть, как он будет на этом движке смотреться. И выглядит он вот так. Мне кажется, это пипец как прикольно смотрится. Да, немножко отличается лицо, немножко отличаются волосы. Тем не менее, вот так бы выглядел Power дрищ в этой игре. Чисто для ностальгических чувств удовлетворения я сделал его. Но играть мы будем вот этим челом. Шипоштык, вот такой вот он у нас. Где мы будем спауниться? Давайте сначала в легкой зоне, я думаю, заспаунимся. И будем оттуда развиваться. Да, мы это уже видели. Все, все, вставай, вставай. Вставай, мой друг. Сейчас будем строить что-то без опаски, что нас убьет какой-нибудь игрок. Динозавры все еще, однако, опасны для нас. И лаги в том числе. Лаги опасны. Окей. Все, мы здесь. Мы здесь. И мы следы оставляем. Ваши паштык. Оставь свой след в этом мире. Окей. Опа, смотрите, какой дом огромный. Стоит ли нам заниматься всем этим? Добычей ресурсов или можем сразу кому-нибудь притусоваться? Какая мутная вода, как неприятно. Что? Эта постройка идет глубоко вниз. Для чего она? Это врата? Это огромные врата, похоже. О, нет, снова рыба хищная плывет на нас. Она не успеет, мы очень быстро плаваем. Неужели мы опять под ночь заспаунились? Как это бесит меня. Слышите? Оттуда рев какой-то разносится. Я хочу посмотреть, что там. Нет. Камера не даст нам посмотреть. Мы сможем посмотреть, просто обойдя. Что это? Это что-то очень большое. А, вот еще один стоит огромный, как я его не заметил. Офигеть, какие тут базы. Смогу ли я составить им конкуренцию? Посмотрите, это огромное поселение, оно целый кусок воды охватило. И там акулы. Так, на что я могу здесь претендовать? Хочу конкуренцию составить как следует. О, левел! Уже сходу, да, у нас снова первый уровень, к сожалению. Давайте повысим здоровье. Костер и топор. Давайте начнем эту монотонную сборку ресов. Так смешно это выглядит со стороны. Хорошо, мы добыли какое-то количество материала. Но этого мало. Оп, индюшка бегает. Мне кажется, мы можем ее приручить, если будем давать ей ягоды. Вот такой вот разумненький динозавр я. Гроза всех деревьев на этом острове. И индюшек. С индюшкой я точно справлюсь и получу с нее левел. Кстати, если я убью ее, я реально получу левел. Наверное. Что? Кто это? Кто это сказал? Кто это сказал? Додо! А, погодите, это же не Power дрыщ, у них нет таких отношений с Додо. Однако Додо уже валит от меня в страхе. Чем я ему не понравился? Красивый же динозаврик, нет? Спасибо, мне дали сразу новый левел. Тут есть такой параметр, как скорость сбора, навык изготовления, выносливость. Может быть, выносливость надо прокачать? Давайте выносливость. Хорошо, копье. Бурдюк. Здрасте. Человек. Мы можем его только тащить, а также еще можем мясо его добыть. А, он же спит. Естественно, не добывается. Камней чуть пособираем. Нет, стоп, если мы его убьем, мы получим левел. Ой, я покакал на него. Вот как все поменялось местами. Теперь я тот самый кровожадный динозавр, который убьет вас, пока вы спите. Хотя что-то пока не получается его убить. Он очень сильный, видимо. Отсюда это выглядит так, как будто его просто песочком посыпают. Он уснул на пляже, проснется весь закопанный. Хотелось бы, чтобы проснулся мертвым. Что я делаю? Это же ПВЕ сервера. Че я тут стою, как дебил, бью чувака? Ах, Евгений даже тупит на ПВЕ сервера. Все, держим у себя в голове. Это ПВЕ сервер. Игроки нам не угрожают. Ладно, неважно, я вижу здесь возможно пройти. Опа, что это? Что это такое? Манекен? Это откуда столько крови? Это моя кровь или кровь манекена? А, просто, смотрите, как много крови брызжет. Заперта плавильная печь, все заперто. Я даже воровать не могу здесь. Какой скучный мир. Не знаю, надолго ли меня хватит. Неужели меня и шипы других игроков тоже не будут коцать? Давайте попробуем. Оп. Что? Шипы меня телепортнули назад. Еще раз. О! Нет, они безвредны для меня. О боже мой. О боже мой, как много здесь динозавров. Так, стоп, стоп, знаете что, это ужасно. Да, срать я хотел на этот сервер. Давайте создадим просто свою игру. Сложность
Средний? Вот, мы создаем со своими условиями просто собственную одиночную игру, потому что мне не хочется бегать и смотреть на всех этих зажравшихся чуваков вокруг и не иметь возможности их грохнуть или как-то посражаться. Меня это триггерит. Я очень воинственный, оказывается. Извините за смазанное начало. Опять же, я не знаю, насколько это будет долго, вот это мое желание играть на таком серваке самому. Зависит от моей реакции и от вашей в том числе. Опа, я проснулся в том же самом месте, что и в прошлом выпуске. Сразу уровень, нифига себе. Все, давайте собирать 14 камней. Просто дохренище камней. Одно только нужно проверить, динозавры здесь воинственные или нет. Да, вполне себе. Воу-воу-воу, Марина напала на меня. Она украла мой пакет. Чертова птица, не трогай мой пакет. Это мама мне завтрак положила. Так, доступно 6 очков. Опа, нифига себе. Раз, два, выносливость, вес, урон в ближнем бою, стойкость. Сейчас развитие очень быстро пойдет у нас. О, рогатка, отлично. Крыша, стена, дверь. Ступка. Что-то еще, селитру давай. А, нет, стоп, спальный мешок нам нужен, все. Очень много всего сразу сходу изучили, это прекрасно. Теперь нам нужно сделать кирку. Что ж, давайте собирать ресурсы. Я вот только не знаю, где нам строить дом. Как насчет вот этой скалы, которая стоит прямо рядом? Я упал с нее. Разве мы не можем как-то на нее забраться наверх? Я уверен, что можем. И я думаю, сегодня это будет моя цель. Сделать красивый домик вот там наверху на горе. Хотя бы забраться туда в первую очередь. Значит, сначала поставим вот здесь ящик, чтобы все серии сохранить. А тем временем продолжаем себя прокачивать и изучать новые инограммы. Инграммы. О, у нас лук уже может быть сделан. Отлично. Крафтим лук. И давайте ставим сюда стрелы, чтобы изготавливать их очень быстро. Нам бы его приручить. Вот это было бы супер. У нас есть лук, у нас есть стрелы. Значит, пора охотиться. Назад. А, вот эта гребаная птица. Вижу тебя. Я так не попаду. Давай ближе ко мне. А! Тварина. Да ёп! Что? Что это за звук? Что это за бас только что прогремел? Ой. Ой, громко. Громко топчет. А, это ты. Вот. Вот вы где, первые жертвы. Хорош. Братва бежит. Подохла. Я, видимо, в какой-то очень легкой локации заспаунился. Ну и здорово, с них очень много шкуры только что я добыл. Седло для паразавра. Пиоми. Это обязательно нужно. А, нам нужен 21 уровень для транквилизационных стрел и металлических предметов. Хорошо. Давайте убивать существ. Нам нужен левел срочно. Один готов. 3 уровня мне дали. Опа, седло для раптора. Отлично. Деревянный плот. Седло для трицератопса. И вот, найс, теперь мы можем нарядиться. Вся броня готова, давайте одеваемся. Оп, 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 оп. Красота. И летающий такой, нет, я с этим рядом находиться не буду. Да что не так со мной? Давайте вспомним наш прекрасный способ создания огромного количества гнили. По-моему, здесь это можно сделать. Разделить стак, разделить все. Вот, отлично, мы разделили все, и теперь у нас получится очень-очень много гнили. Совсем скоро. Так, я бы, знаете, что сделал? Деревянную лестницу. Давайте вспомним, как она ставится. Ее нужно обязательно, да, на фундамент какой-то нужно ее поставить. Фундамент мы разместим где-нибудь вот здесь. Углубим пониже. Это так. Окей. Я правильно поставил хоть эту лестницу? Или надо ее с этой стороны все-таки ставить? Сейчас, погодите. Я что-то не совсем понял. Давайте подберем, попробуем все заново сделать. Вот фундамент. Вот он так вот утоплен. Ставим лестницу. И теперь у нас отсюда, да, мы можем забраться. Ясненько. Вот такая высокая лестница. С которой мы просто упали. Я вдруг сейчас осознал, что быть на этом утесе тупейшая просто идея, потому что здесь вообще нет ресурсов практически. Никаких деревьев, ничего нету. Поэтому давайте-ка все это нафиг разрушим. Разрушили, получили минимум древесины. Ой, почему так мало мне за нее вернули? Я знаю, что мы сделаем точно. Мы сегодня приручим летающего динозавра и полетим куда-нибудь искать красивое место для постройки базы. Какой у тебя там левел? 15-й. Я думаю, тебя можно грохнуть. Сейчас кучу левелов сразу дадут, и у нас будет 26-й. Сможем делать наркотические стрелы. Давай, просто умри. Ты умрешь во благо. Спасибо. А, 25-й левел дали. Блин. Мне еще нравится, что у этого брахиозавра торчит голова прямо отсюда. Попробуем воспользоваться этим. Стой, 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 не выходи оттуда. Останься здесь. Он что, пошел в обход? Он пошел в обход. Ну ладно. Я сам этот вызов принял. У него... стрела в башке. А какой у тебя левел? Простите, пожалуйста. 67-й? Ой, нет, давайте не будем. Это слишком большой левел. Разве что в жопу его выстрелим разочек. Ой, он!
черт, какой быстрый! Че, мы сможем его добить? Это через часик, наверное. Ты мой... Он мой... У меня лук сломался. Это плохо. Дерева не хватает, блин. Сейчас сделаем быстренько. Окей. Делай лук. Он убегает. Кстати говоря, у нас 26-й левел. Наркотические стрелы. Топор. Металлическая кирка. Парашют нужен обязательно. А вот ты где. Продолжаем. Стоит. Блин, как я быстро их убиваю. А ну, тварина. А ну, дай. Есть. Кто там забрал у меня? Надо вытряхнуть это из него. И кости забрал. Ау! Хорошо, он всадил мне. Пожалуйста. Так, это уже серьезный урон начинается. Ой-ой-ой, камни! Камни! Мне нравится, какая героическая музыка играет. Кстати, а почему он убегает от меня сейчас? Это значит, что я его хорошенько покоцал? Так, что там по стрелам? Их нет. Слушай, ну на самом деле мне нравится, что он такой покоцанный весь немножечко. Он идет прям меня мочить или в чем его задача сейчас? Да, он хорошенько покоцанный. Окей, давай сражаться, бич. Ой, голову! Черт, не могу попасть. Во. Смотрите, он уже весь такой в подтеках красных. Мне кажется, ему недолго осталось. Это будет очень крупная добыча. Что? Что? Я убил! Убил! Так, не трогай меня! Отлично, убил! Так, что у тебя в инвентаре есть? Хрень. Нет, нет, не нужно. Мне нужно только твое мясо, твоя шкура. Ох, сколько я мяса и шкуры добыл. Ой, блин. Сколько дали левелов? 13. Ну разве это не прекрасно? Веса. Пусть будет стойкость. Да. Что-то не понимаю. А как называется эта птица? Надо быстрее посмотреть. Птернодон. Все верно. Это птернодон. Вот оно. Есть. Мы можем его скрафтить, пожалуйста? Нам нужно хитина. Оу. Очень много штук, 75. Хитин или креатин, где его высрать? Видимо, только убивая вот этих панцирных. 25-й левел, боже мой, надолго. Ну что поделать, придется. Теперь, вот чем их нужно бить, чтобы добывалось именно больше костей? Ага, все, я понял. Есть! Ну-ка, если ударить топором, фигня. Долго же я фармил, уже ночь настала. А, не должен жить. Смотрите, это та птица, которая обокрала меня в самом начале. Месть! Смотрите, 17. 19! 19 собрал с него! 51. О, еще чуть-чуть осталось. Но кажется, я истребил их тут все. Нет, вон еще один вдалеке. Есть! Окей, я тебя умоляю. Пожалуйста. Давай. Много. Очень много надо. Надо очень много. 66, блин. Еще одного всего лишь навсего. Хорошо, я вижу одного, но он там, где слишком опасно. Ну как же так? Там целых два спинозавра. Что? Ты где? Как ты здесь оказался? Он бедный, заспаунился внутри земли. Кто ж так над тобой пошутил? Пока он спал, наверное, закопали. Может быть, я это сделал, кто знает. Во-первых, че я бегаю совсем налутанным? Надо же обезопасить себя. Все перекладываем. Окей, у меня есть одна маленькая интересная идея, но я не знаю, насколько она реализуема. Вон черепашка. Что если мы можем попасть в нее отсюда? Ой, как мы недалеко пульнули. Хорошо, попробуем еще раз. Она просто не дострельнула. Надо сделать как-то это аккуратненько. Как это неприятно все. Ой, они там сражаются все. Мы можем вот здесь положить спальник. Поплыли. Это очень опасная операция по добыче костей. В ту сторону я, конечно же, не пойду. Наверняка здесь вдоль берега одного-двух встречу. Я не про них говорил. Не хочу я этих встречать. Почему их так много здесь? 3 целых спинозавра на один участок. Это вообще нормально? Это немного ли? Я промахнулся. Нет, позвольте, мне нужно ваше личико. Неважно, какой левел, с них тоже может много пасть. Очень много пасть. Пожалуйста. Там было 66. Эй, дай. 3, 11. Пожалуйста, еще. Нет. 3. Все, дальше не пойду. Возвращаемся.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо. Не надо. Спиногрыз, чертов. Ладно, придется, походу, плыть. Не смотри на меня. Не смотри. Отвернись. Вернулся, умница. Вот здесь передохнем. А то у меня стамина очень мало. Ох, сейчас бы мне тебя, птернодончик. Погнали. Согрелась дверь. Бить! Бить! Так, одну замочил. Черт. Ой, мочи, мочи, мочи. Убил. Убить. Все? Они мертвы? А я жив. Мне еще плыть очень много. Мне просто нужно доплыть без всяких проблем, опасностей и смертей. Кажется, мы все это сделали. Сделали, да. Да. О, да. Тихо, 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 тихо. Очень много рыков, слишком много рыков, мне неприятно. Злых динозавров нет. Чего еще не хватает? Волокно. Есть. А вот и ты, кандидат. Этот чувак, я не могу ничего сделать, у меня все зависло, у меня игра зависла. Да. Оказывается, помимо динозавров, еще может что-то извне пойти не так. А как мне теперь зайти-то в эту игру одиночно? Мне интересно, сохранилось ли хоть что-нибудь? Где я? 66. 66! О, блин, меня откатило назад! Как же сильно меня откатило! Прекрасно! Ой! В целом, я не против. Нам нужно всего лишь этого чела убить. Давай, мне нужно много, много костей, понял? Есть, добыл, 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 добыл. Ну игра, блин, ну ты тварина, конечно. Мне интересно, куда мы можем поставить стоп? Нам нужна какая-то точка привязки, значит, это фундамент. Вот он здесь будет стоять, вот здесь будет стопка. 4 штучки мы можем сделать. А, нет, больше. Ладно, 11, это уже неплохо. Сделаем еще седло для паразавра, потому что с ним будет удобно собирать ягоды, мне нужно их много. Окей, сделаем 13 стрел, конечно, сделаем. А чем там кормят этого бедолагу? По-моему, Мэжо Берри, да, у меня их 60. 5 штук. Наверное, маловато. В то же время вроде бы и хватит. Осталось только отыскать одного, а он хрен знает, где может быть. Скорее всего, того в камнях уже нет, да и не нужен он мне. Здесь точно должно быть парочку. Парочка динозавриков. Где вы? Что? Ты все еще здесь? О, бедняга. 5-й левел. Я даже не знаю, как ему помочь. Воу. Неужели единственный, который здесь есть, это этот бракованный? С другой стороны, я тоже бракованный, поэтому, может быть, он создан для меня? А если он упадет там, я же не смогу ничего с ним сделать. Нет, давайте искать нормальное что-то. А теперь я еще раз подумал, а зачем мне ягоды? Чтобы наркоберри собирать, точно. В целом, какой это левел? 5-й. 5-й левел, ну такое себе, такое, не очень. Может быть, ты? 2-й. Дерьма кусок. Ну-ка, а вот ты? Тоже 5-й. Отлично, забираю. Так это делается, по-моему, да? Ага. Спать. Все, он спит. Он очень хочет. Блин. Ладно, вот. По-моему, он это ест. Я забыл наркоберри забрать. Я что-то не понимаю, а что у него с этим, с приручением? Как дела? Ну-ка. Приручение 0. Почему 0? Он что, не ест такое мясо? Извините, а что ты ешь? По-моему, он ест рыбу. Давайте добудем ему рыбу. Хорошо, немножко рыбки. Дружище, ты кушаешь рыбку или как? Так, давайте накормим его. Мясо забираем отсюда, значит. Вот, приручение 40, да. Ему нужна была просто рыба. Прекрасно, ему еще осталось один кусь, и все будет в порядке. Че я такой всратый? О, в этой игре добавили грязь. Мне придется стирать одежду. Для чего мы играем в игры? Чтобы делать то же самое, что и в жизни? Какой-то отстой. О, как громко он спит. Отвратительно слушать это. Да! Так, это самка птернодона. Миссис Клюв, значит, ее будет звать. Все как и по стариночке. Принять. Да, детка. Да, детка. Полетел. Что? Почему он не летит? Он перевешен. Господи, какое я уродское существо себе приручил. Давайте посмотрим инвентарь. Значит, у него нужно выносливый вес. Давайте прокачаем. Раз, два. Блин. Ладно, давайте откажемся от кучи мяса, которое нам, в принципе, сейчас не нужно. А, простите, а сколько мой товарищ весит? Почему я не могу... О, вот! Лучший летный транспорт в мире! Он летает даже медленнее, чем спокойный NPC. Что именно вызывает у него столь сильную боль? Можно Мэжу Берри тоже выкинуть, потом соберем, ничего страшного. Так, смотрите, кажется, мы летим. Кажется, мы летим! Стой, 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 давай-ка мы здесь передохнем. Единственное, что я не особо понимаю, куда мне нужно лететь. Так, куда-нибудь, где красиво. Как бы рассвет был. Это будет, на самом деле, не такое уж и безопасное путешествие, так как нам придется постоянно спускаться, чтобы отдохнуть. Нашел, где спуститься. Тихо, 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 тихо. В другом месте спуститься надо. Все, отдыхаем. О, рассвет! Как посмотреть инвентарь птернодона? Неужели только в чем спрыгивание? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Надо мне этого говна! Что за страшное место я нашел? Я совсем недалеко отлетел. Так, инвентарь этого чувака, выносливость. Прокачали. Все, он будет лететь чуточку дольше. Вот и рассвет. Но что-то сегодня туманно. Так вот опасно летать. Под кронами деревьев даже не видно, где ты будешь садиться. Ладно, стоим, отдыхаем.
Не ссы. Я что, на Марсе, что ли, нахожусь? Что все такое красное? Так, судя по карте, нам нужно лететь куда-то туда, в ту сторону продолжать лететь. О, это явно новый биом. Очень красивый. Что-то там кто-то деревья шатал. У, синенькое. Я уже даже смогу это поднять. Да. О. Ой, как красиво. Значит, какие критерии нам нужны? Нам нужна красивая гора. Вот какой критерий. Не, ну на самом деле нам нужно, чтобы было просто очень много хороших ресурсов рядом. А именно деревья, камни, металл. Очень много металла. Чего ж красивое место. Секунду, мы прокачаем нашего друга. Я очень хочу на ту гору забраться. Куда я влетаю? Ой, я лечу куда-то, где Мочилово, кажется. Я нифига не вижу, друзья. Опасно. Вот, проблеск надежды. Я забыл, а как делать супер коронный удар? На Си? А, вот. Ой, какой классный удар был. Ей-богу, тираннозавр на другом конце острова обосрался только что. О, здесь, слышите, какой эмбиент приятный. Погодите, это же вулкан. Я вижу, что там что светится. Это интересно. Я вижу, что очень много кристаллов здесь. А это что такое? Что-то хвостатое. Ладно, давайте не будем трогать. Вау, пролагивает. О, какая майнкрафтовская лава. Позвольте я задействую этот терминал. Посмотреть терминал. Несите в инвентарь предметы, необходимые для подношения. Это какие? Голова гамма-дракона, голова гамма-проматери, мегапитека. Ой, куча дерьма, нужно сюда внести. Это что, тираннозавр, что ли? О, нет, это титанозавр, по-моему. Или аргентозавр, я не знаю. Хорошо, что он не согласен на меня. Один укус, я дохну. Да, вот здесь очень много материала. Но мало древесины. Мне кажется, если бы мы строились где-то вот там внизу, это было бы неплохо для начала. Да, мне нравится это место, здесь полно минералов. А еще какие-то врата, которые мы можем открыть когда-нибудь однажды. Я думаю, именно здесь, в следующий раз, если вам зашло, мы начнем строить свою базу. А может быть, просто поймем, что это была дурацкая идея. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то обязательно подписывайтесь на канал. Переходите по ссылкам в описании, чтобы найти мои соцсети. Следовать за мной, преследовать и наблюдать за каждым моим шагом. С вами был Юджин, и всем пять!